Новоалтайский скульптор колдует над своим произведением. Такого, признается творец, в его практике еще не было. Увековечить попросили участника СВО. Переходили где-то не какой-то там объект в поле, и произошел взрыв. Изготовить памятник бойцу СВО решили его друзья. По их словам, у Романа Луконского была непростая судьба. Он детдомовец. Открытый, честный и смелый. На фронт ушел добровольцем. Ну, мне казалось, это было бы достойно этого человека увековечить таким образом его память. Поэтому поговорил со знакомыми и решил так сделать. Местный скульптор идею поддержал, но работа дается непросто. В распоряжении всего одно фото Романа. Разные варианты эскизов, опытных образцов и поиск идеи. Творец решил, что будет уместно, если памятник молодому мужчине станет символом скоротечности жизни. Самый главный ресурс для нашего, не только поколения наших детей, это время. Но мы порой не ценим это время, относимся к людям не так, как людям порой. Скульптуру еще предстоит доработать. Ее покроют медным купоросом, а затем специальной золотой краской. После памятник участнику СВО установят на одном из кладбищ Новоалтайска. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.